полицейский департамент Лос-Сантоса. Прижмитесь к обочине и заглушите двигатель. Второй. Полицейский департамент Лос-Сантоса, немедленно остановите машину, иначе мы откроем огонь. У кого броник? Серега, у него броник. А, нет, он снял. Здравствуйте. Она еще. Здравствуйте. Мне нравится. Здравствуйте. Струнный кал, СПД, вот мой бэджик. Покажите ваше водительское удостоверение. Оружие в руках, Сережа, не держится так. На основании глав 2 пункт 8 Дорожного кодекса. Как вам основание, нормально? Я хочу найти ее угонку. 470. Мне не нравится, если честно. Так. Хорошо, понял. Скажи, данное авто является вашим? Авто является вашим? Да. Вы в этом уверены, да? Я слышу сейчас вашу уверенность. Вы в этом уверены, да? На дроп едем. Я не могу найти ориентировку. Сейчас найду. Нету ее уже, все. Нашел. Да. Так, ну хорошо, сейчас я проверю через бортовой компьютер, каждый на автовагоне я вас задержу тогда. А раз оно ваше. Так, присмотрелся. Я нашел, я сделал скриншот. Так, ну что ж, здравствуйте еще раз, Тони Колосовый Дворбосов, задержан за статью 10.7, от мэджика, ознакомьтесь. Где находятся ваши документики? Я четверки закрывается. 4-5-0. Где находятся ваши документики? Сейчас найду документы человека напротив. Нашел человека документы, знакомился, положил обратно. Сейчас нет отпечатки и прохлопаю верхний, нижний слой одежды напротив. Так, у человека напротив ничего не нашел. Сейчас я достану КПК сверху фоторобочек напротив. Четыре звезды. Заломал руку человека, повел за собой. Сейчас открой дверь автомобиля после человека. Пристегну ремень, закрой дверь. Еще минус один. О, $200. $20. А сколько денег стоило? 450, походу. Да, нахуй стоит тогда сажаешь ее. Что сажаешь? Ты видел, чупа-чуп стоит рядом, смотрит? Нет. Ну тогда вы имеете право хранить молчание, все, что скажешь, можете быть использовано против вас. Вы имеете право на один телефонный звонок, также вы имеете право на адвоката. Если вы не можете обратить услугу адвоката, он будет предоставлен вам государство. Ваш адвокат может присутствовать. За время допроса вы понимаете себе право. Вы имеете право хранить молчание, все, что вы скажете, можете быть использовано против вас. Вы имеете право на один телефонный звонок, также вы имеете право на адвоката. Если вы не можете оплатить свой адвокат, он будет предоставлен вам государство. Ваш адвокат может присутствовать до время допроса. Вы понимаете свои права? Она обиделась. Это ее проблема. Будет дальше молчать, поставлю вообще на 30 минут и пошла на жопу. Не хочет общаться? Не будем общаться. Я сейчас выйду. Там это как его. Я сейчас выйду. Дроп, там дроп. Алло, блядь! Чё вы там нахуй? Чё, опять кого-то повязали, ёба народ, нахуй? Ну ты на бочку приезжай.
Мы с вами еще попиздим нахуй. Не, это менты, блядь. Иди отсюда. Сам иди отсюда, нахуй, пыль ебаная. Так, сейчас открою дверь автомобиля, растянули запасов человек. Пыль, блядь. Заломал руку, повел с собой. Так, подождите. Так, заломал руку, повел с собой. Так, скажите, вы хотите воспользоваться своими правами? Нет. Что молчишь? Я слышно? Слышно. Ты до сих пор говорила? Да не. Понятно. Давай к стеночке, пожалуйста. Сейчас еще раз на печатчике прохлопаю спиной. Верхний слоечек напротив. Так, ничего не нашел. Ко мне лицом, пожалуйста. Так, сделаем фотографию для отчета. Значит так, будет задержан за статью 10.7, угон, транспортный срез. Все за мной, пожалуйста. Поехали, поехали. Сейчас вскрою дверь КПЗ, посажу человека и закрою дверь обратно. Я пока что все. Как бы, да. Так, сейчас дроп будет, мне лень. Подождите, пока.